Воздушный генератор. Это необычайно воздушный генератор. Чтобы сделать, нам необходимы следующие материалы. Сначала возьмем коробочку от фотопленки и сделаем короткие отверстия. Вставляем короткие жесткие трубочки с обеих сторон. Теперь возьмем изолированный медный провод и начинаем обматывать перекрещиваемыми движениями вокруг коробочки. Обеспечиваем с помощью клея. Возьмем бумажную чашку и отрежем на тонкие полоски. При этом мы как бы образуем крылья для нашего генератора. Урежем углы. Вот и готовы наши 7 крылья. Теперь возьмем крышку от фотопленки и с помощью клея приклеиваем крылья. Устанавливаем гайку в центр. Теперь возьмем резиновый стенд, устанавливаем 4 сильные палки. В центр устанавливаем часть от компакт-диска. Теперь отрежем один угол коробочки от фотопленки. Теперь устанавливаем в центр палок с помощью клея. Теперь к проводу устанавливаем светодиод. Возьмем спицу и прикрепляем центр гайки. К нижней части устанавливаем пасту. Теперь устанавливаем собрание в катушку. Как видите, мы поставили резинку для установления магнитов. Теперь прикрепляем часть от пасты ручки. К резинке устанавливаем с двух сторон магниты. Вот и готово. Теперь удаляем изоляцию с концов провода. Прикрепляем ее к светодиоду. Вот и готов наш генератор. Помещаем генератор под веер. Ротор будет вращаться наряду с магнитами. Маленький поток будет производиться в катушке, которая освещает светодиод.